Один из крупнейших коммерческих банков Таиланда, Kasikorn Bank или K-Bank, будет использовать технологию блокчейн. Как сообщает CoinDesk, тайский банк K-Bank планирует оцифровать финансовые контракты с гарантийными письмами, заменив бумажные копии. Банк планирует использовать новое блокчейн-решение, разработанное компанией IBM. Это решение призвано обеспечить более прозрачный и безопасный сервис для клиентов. Поскольку процесс требует времени, K-Bank планирует до конца этого года оцифровать 35% от общего объема контрактов.